Согласно внесенным поправкам, теперь только федеральные участки, полномочия по которым переданы Краснодарскому краю, будут предоставляться по новым правилам. Распределение этих земель будет происходить путем вытягивания конвертов многодетными, и таким образом будет определено, какой участок кому достанется. Впрочем, для утвержденных на сегодняшний день территорий новые правила не будут действовать. Для многодетных города Сочи данная процедура пока не актуальна. И предоставление земельных участков будет происходить по старому порядку. Точнее, не то, что старому порядку, этот порядок не изменился. Также будут подаваться заявления и рассматриваться в порядке постановки многодетных на учет. Соответственно, ближайший перечень земельных участков, который 15 февраля будет рассматриваться городским собранием, их распределение будет происходить в том же порядке. На сессии будут утверждены 99 участков, 297 уже выделены администрацией. Между тем, в перспективе рассматривается вопрос предоставления земельного участка в Адлерском районе площадью более 20 гектаров. Данная территория – это федеральная собственность. Она уже будет предоставляться по новой процедуре, связанной с вытягиванием конвертов. Но произойдет это не раньше, чем через год.